Офис Маргарет. Это Джерри. С кем я говорю? Хочу немного пожить в Нью-Йорке. А как же учеба? Я не хочу больше анализировать работу других, Карл. Я хочу писать. А может быть, литературное агентство? Отлично. А вы умеете печатать на машинке? Это совсем не то, что печатать на этих ваших компьютерах. Она уже произнесла речь об угрозе эры цифровых технологий. Здесь нет компьютеров? Я видела их в действии, они только добавляют всем работы. Вы публиковали свои стихи? Да. Это вычеркнем. Писатели — худшие ассистенты. За работу. Нас были сотни девушек, работающих в литературных агентствах, которые хотели стать писателями. Вы сами пишете, верно? Джоанна моя ассистентка, я не нанимаю писателей. Угадайте, чей агент мой босс? Энн Райс. Папа Римского. Томаса Пинчина. Джей Ди Селлинджера. Не может быть. Селлинджера? Должно быть, вы слышали, что он сумасшедший. Проблема не в нем, а в людях, которые без конца звонят, просят его адрес, телефон. Мистер Селлинджер, я читал вашу книгу «Над пропастью во ржи» 3 раза. Это просто какие-то помешанные чудила. Письма Селлинджеру. Он перестал отвечать на них. Тогда Селлинджера не доходят письма? Ни одно. Селлинджер не хочет получать письма от читателей. Отправили письмо мистеру Селлинджеру? Отправили его Селлинджеру. Почему вы не отдали письмо Селлинджеру? К тому же ты нравишься Джерри. С его привычками я вынуждена считаться. Я не хочу быть привычкой. Как ты собираешься жить дальше? Ты твердишь, что хочешь писать, но сидишь допоздна с чужими письмами. Это нужно очень любить. Больше всего на свете нужно хотеть писать. Не висите на телефонном проводе, Джоанна. Вы поэт. Ты перешла черту. Это был уже перебор. Этически и юридически. Ладно, поразвлекались. Маргарет Куэлли. Сигурни Уивер. Я не хотела быть обычной. Я хотела быть особенной. Мой год в Нью-Йорке.